Добрый день. Я с Екатеринбурга, с Урала. Я вот хотел узнать, когда начнется производство уже в промышленных масштабах мотор колес, которые разработали? Мотор-колесо как самостоятельный продукт, он имеет очень маленький рынок, на самом деле. У нас нет цели делать мотор-колеса. У нас цель делать мотор-колеса для Skyway. Понимаете? И мы эту потребность закрываем. А сейчас наштамповать моторы, которые никто не купит, ну какой смысл? Мы можем быстро развернуть производство, производить их тысячами, десятками, это не проблема. И, кстати, если у нас есть потенциальный заказчик на крупную партию мотор-колес для автомобилей, а не для Skyway, тоже оттуда, с того региона, из Тюмени, где я, кстати, учился, и в Тюменском индустриальном институте. Global Star Club. Возможности безграничны.